Дорогие друзья, продолжаем нашу работу с воротниковым и шейным отделом. Мануальная правка, но только теперь в лежащем положении. Да? Ну, во-первых, мы его уже размяли, промассировали, да, как бы сейчас на этом не будем заострять внимание. Немножко начнем. Сразу с тракции. Да? Подняли его, голову, и тянем на себя. Это мне даже видно, да, как она растягивается. Я держу его мягко за череп сзади и за косточки челюсти вот здесь, чтобы не прижимать. Что здесь находится, помните? Лимфоузлы. Да, либо можно взять, то есть получается вот так вот, да? Либо можно я его мягко беру за челюсть. А здесь как бы вот под основанием черепа вот даже легко лежит, видите, там факт того, что он легко лежит, тут легкое покачивание такое в руке. Также растягиваем. С небольшой рефлексией то же самое повторяем в одну и в другую сторону. Повторяем то же самое, растянув ему максимально задние шейные мышцы. Видишь, как бы получается, да? Дополнительно эти мышцы можно растянуть, промассировать вот так. Но у него в данном случае хорошая растяжка. Или даже, знаете, как-то можно упереть в живот его, да? Насколько дыхания его хватит, да? И вот так вот, вот размять. Потом поворачиваем мягко голову вот сюда. Захват идет за череп снизу. И предплечьем ложимся на подбородок. При этом наша рука давит плечо в противоположную сторону. Вот если видите, мышцы тянутся, да, с этой стороны. То есть сейчас идет у нас движение вдоль перпендикулярной оси позвоночника. Вот так в сторону, да? Чуть-чуть меняем движение тем, что ладони остаются здесь, да, а запястье накладываем на ухо и на скулу. А тут движение уже идет по 45 градусов в тело, вот туда в бок. То есть мы, соответственно, оси позвоночника уже на 45 градусов растягиваем. Следующий этап мы берем прямо под черепушку, да, и тянем сам череп как бы на себя. А рукой уже практически 10 градусов, там буквально вот угол сместился у нас. Растянули. Он нам доверяет, видите, мягко повернули в другую сторону. И проделали то же самое. Это снаружи выглядит страшно. На самом деле, это всего лишь растяжка. Еще рекомендую, чтобы захватить как можно больше участков позвоночника, да, проникнуть пальцами туда вот поглубже, до второго, третьего позвоночника грудного отдела, позвонка. Цепочка не дает, да? И с помощью вибрации, вот так приподнимая, на себя проходимся до самого первого шейного позвонка, атлант, который называется. Вот такое движение у нас идет. Мы упираемся в стол под этими частями. Да? И как бы прокатываем с вот такой вот вибрацией. Все эти позвонки, это даже очень приятно на самом деле. Потому что никто так вот в жизни как бы никто такого не делает. Так. Сразу перейдем, что это мануальная терапия. Ну, смотрим. То есть мы уже подготовили, да, человека. Смотрим, либо он позволяет его шее сделать это все, когда голова находится над столом. Если не позволяет, то сдвигаем его, помогаем сдвигаться, за пределы стола. Двигайся ко мне. Двигайся сюда, сюда. Еще. Вот так вот, вот все. То есть голова лежит спокойно, да, но вы ее никогда не опускаете. То есть вы давайте понять ему, что все-таки под контролем. Вот то же самое вот. Может пойдет в этом состоянии.
Теперь, то, что касается позвонка атлант, да, там, где находится, вот как раз заканчивается череп, да, туда мы подкладываем руку, поворачиваем голову как можно больше с латерофлексией, то есть чуть-чуть назад. Если позволительно, ну вот у него нет вот такого кивательного движения, да, в этом состоянии, то нагните еще ниже голову, вот так, а второй рукой просто вы направляете. Вот. Что-то там почти было, да? Угу. Но не до конца. Ох! Вот. Хорошо. Вот, я думаю, больно. Хорошо. Да, это, кстати, не больно. Как на камеру, то, наверное, не видно. Так. Ага. Двигайся обратно. Вот, пока давайте вот этот отработаем. Как твое состояние? Ну, голова чуть не так вообще. Да? Ну, самое главное, не больно и не страшно. Не, да? Не больно, не страшно. Потому что то, что многие все боятся, да, и страшат других, что там все такие. То, что на видео вот это вот. Снаружи кажется страшно, на самом деле умеешь, это мягко. Это мягкая техника, мягко все происходит. Давайте потренируемся. Конечно, тогда делай не по майке, да, по голому телу, вот так. Не, по голому, да, вот так вот у каждого второго там торчат вот. Ну, не знаю, у меня не у каждого второго торчат. Вот. Нет, все сейчас сам торчат. Самое главное, что. Попробуй сделать вот эту сторону ножек. Сейчас затягивай. Со стола давай сейчас пускаем ногу. Что, на полу делать? Не, на полу. Стоит, да, пускаем. Держись сюда, махнем. Так, кладем ее на перепонку. Конечно. Расслабим. И на полу, соответственно. Вот рефлексия чуть-чуть на себя. Это очень полезно. Да, может спустить пониже. Не будете делать мозг постоянно. Да. Поворотом усложните, и оп. Усложните, это вот так. Ну, можно выйти, но еще не ее усложняет. Все, отлично, можно позволить. Ура! У меня за терпение. Обоих. Где за терпение? То, что у него получается с первого раза. Продолжает хрустеть, да? Да, у него там все хорошо получилось. Давайте теперь на ком попробуем. Мне не надо. Вот. Поясню, чем отличается именно мануальная терапия, да, такая как бы более быстро жесткая практика от вот этих всех краниосакральная, как ты там говорил еще, миофасциальный релиз, да, вот этот вот. В принципе, то же самое, но там долго делается, да, вот мы когда подкладываем сивизные отростки, да, долго на себя тянем, 15-20, да, пока вот там. У кого пальцы чувствительны, он прям чувствует так, ага, пятый позвонок ушел, там, грудной, да, третий, да. Поясничный, там, копчик, дошел до копчика, да. Но снаружи, когда человек лежит, он этого как-то не особо ощущает, особенно так, даже в рекламе не покажешь, когда кто-то вообще приходит со стороны, смотрит, ничего не происходит, один сидит неподвижно, другой лежит, 15-20 минут. За что деньги, да? Да, за что деньги, собственно говоря, непонятно бывает людям. Поэтому мы делаем немножко так, попроще, побыстрее. У каждого окружающего себя мануального терапевта должна быть салфеточка. Вот, можем спуститься тоже вниз, давай спустимся назад, чтобы голова висела. Можно на столе. Салфетку кровь вытирать, да? Сейчас это видишь. Вот, мы расслабляем весь позвоночник, да? Растрясли голову, если там можно, то мы даже упираемся в стол, чтобы на себя. Распусти голову максимально, здесь позвоночник, да, вот сюда нам ходит. Теперь я бы попросил подержать ему ноги, чтобы не лежал. Можешь прямо сверху навалиться, сесть на ноги, да. Да, можешь сесть, да, чтобы да, вот так, ага, держи. Да, по-моему, не идет. Нормально? Сейчас мать, нормально. Открывай, Михаил, рот.